We thank the Н.Н. Миклухо-Маклай for his significant contribution to the friendship of peoples of Russia and Papua New Guinea for preserving and popularizing the Papua New Guinea traditions and culture in the world. Сегодняшнее мероприятие, оно потрясающее тем, что позволяет нам открыть эту выставку не только для тех, кто сейчас здесь присутствует, а и фактически для всех, кто имеет компьютер или же мобильный телефон, потому что большинство из экспонатов у нас представлены в режиме онлайн. Теперь музей можно смотреть с телефона.